Так, ну вот эта горка, на которой планируется строительство. Так, вот вокруг. Если отсюда идти по дороге вокруг комплекса гостиничного к морю, то занимает примерно 4 минуты. Поднимемся наверх. Это гостиница. Домик. Тут какой-то огород. Дом планируется примерно вот здесь. 4 этажа. 3-4. Так, это горка. Я думаю, где-то вот здесь, вот так. Это вот так. Море там за горкой. Я думаю, его будет видно только с последнего этажа. Вот он.